Анна Клевская стала четвертой женой Генриха VIII, короля Англии. Генрих искал супругу, брак с которой помог бы укрепить династию Тюдоров и найти надежного союзника в случае войны с другими странами. Ему предложили выбрать одну из сестер герцога Клевского. Однако до свадьбы король не видел свою невесту. У него был лишь портрет Анны и словесное описание красоты, скромности и других добродетелей девушки. Одно лишь изображение Анны впечатлило Генриха. Но рассказы посланников были не совсем правдивыми. На самом деле им не удалось рассмотреть ни саму Анну, ни ее сестру, так как герцог Уильям Клевский не хотел, чтобы незнакомые мужчины разглядывали его сестер, и приказал нарядить девушек в плотные шляпки, которые закрывали лицо. Генриху не очень понравилось, что Анна обручена с герцогом Лотарингским и не знает английский язык. Однако он решил, что если Анна умеет нравиться просто при взгляде на ее портрет, то остальное не так уж и важно. Настал день свадьбы. Генрих спешил увидеть невесту, однако перед ним предстало абсолютно другое лицо, нежели на портрете. И сама девушка отнеслась к королю с холодностью, нехотя подала руку. Генрих назвал невесту фламандской кобылой и передумал жениться. Однако короля уговорили не отменять венчание, иначе страна лишится союзника. Прошло время. Анна старалась быть хорошей женой, была милой, обходительной, с усердием учила английский, вызывая симпатию у каждого, кроме мужа. Король не хотел иметь ничего общего с нелюбимой супругой, показывал свое абсолютное безразличие. Правда, сам Генрих был уже не первой свежести к тому времени. Прекрасный образ короля потускнел, он стал полным, сварливым, к тому же был в два раза старше Анны. И вот спустя пару лет союз с герцогами Клевскими потерял свою значимость. Генрих решил взять развод. К тому же он вспомнил помолвку Анны с герцогом Лотарингским, считая это хорошим поводом, чтобы аннулировать брак. Была еще одна веская причина. Король влюбился в молоденькую Екатерину Говард и планировал после развода жениться в пятый раз. Анна Клевская не стала препятствовать Генриху, с легкостью дав развод и заслужив расположение короля. Возможно, этим она также сохранила собственную жизнь. Кто знает, на что бы пошел король, чтобы получить свободу. Генрих подарил бывшей жене поместье и назначил большую пенсию. Анна зажила припеваючи. Король называл ее дорогою сестрою и действительно относился к бывшей как к близкой родственнице. Все праздники Клевская отмечала вместе с семейством короля, общалась с его новой женой и нянчила детей. Получилось так, что сначала Генрих терпеть не мог Анну как жену, а когда она стала ему сестрой и другом, король очень к ней привязался. Анна же больше замуж не выходила. Своим родным она писала письма, где сообщала, что ее устраивает жизнь в качестве родственницы короля. Возможно, она просто не хотела больше попадать в зависимое положение от мужчин. Анна Клевская прожила долгую жизнь, пережив Генриха и даже его сына Эдуарда. В полном здравии Анна присутствовала на коронации Марии Стюарт. Она была единственной женой Генриха, чья судьба сложилась вполне удачно.